Полным ходом продвигается подготовка к отопительному сезону в городе Щелково. Руку на пульсе работ держат и народные избранники. Доклад о том, как реализуются мероприятия в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, заслужила комиссия Совета депутатов города Щелково по муниципальной собственности, ЖКХ и экологии. В 118 году прошли гидравлические испытания систем центрального отопления. На данный момент по этим домам формируется паспорта готовности. Приглашают сотрудники ВДПО, мусорблокгаза, там, где есть газовое оборудование в домах. Из 44 городских котельных 17 также уже прошли подготовку к осенне-зимнему периоду. Были промыты 93 километра водопроводных сетей. Депутатов интересовала готовность к отопительному сезону многоквартирных домов. То, на что в первую очередь обратят внимание и жители. Так, на заседании комиссии было решено проводить на базе жалфонда совместные выездные совещания рабочих групп Совета депутатов и администрации Щелковского района. Создать рабочую группу, провести круглый стол по этому поводу, проводить контроль в тесном контакте с управлением ЖКХ по данному вопросу. Планы составлены. Я думаю, что по договоренности с администрацией, с представителями администрации, мы будем депутатской группой выезжать и помогать контролировать этот процесс, в том числе и администрации Щелковского муниципального района. Я думаю, это будет конструктивно, полезно. Обсудили депутаты и перемены, которые невооруженным глазом сможет увидеть каждый житель города. 20 дворовых территорий этим летом должны преобразиться в рамках программы комплексного благоустройства. 21 июня начинаются работы по 7 дворовым территориям. Это Толсинская, 14, 16, 18, 20, Фрямовская, шоссе 68, улица Центральная, дом 43, 45. Улица Комарова, 18, корпус 2, улица Институтская, 17-19, Институтская, 27, Ленина, 34, Циволковского, 26, Ленина, 11. Сейчас работы уже идут на 9 дворовых территориях. По поручению губернатора благоустройство необходимо завершить до 1 сентября. Вести контроль за комплексным благоустройством. Рабочую группу просим о том, чтобы выезжали периодически на эти места, смотрели там, где ведется. Ведется ли оно в соответствии с теми пожеланиями, которые мы здесь высказывали, которые утверждены и которые вы имеете на руках. Решение сейчас было, на мой взгляд, принято правильно. Мы еще раз обсудим эти моменты. Мы еще раз, может, внесем какие-то коррективы в те проекты, которые были созданы. Может быть, уже при начавшихся работах будет какая-то экономия, которая пойдет на реализацию тех пожеланий, которые были высказаны сегодня. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».